катастрофу, потому что, ну, смотрите, если американцы вообще человек очень, люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше $1,5 триллионов за эти годы. А результат какой? Нулевой. А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа.